У неділю 11 жовтня лікарі та медичні сестри відділкової лікарні селища Коп'янськ-Вузловий вийшли на акцію протесту. Люди у білих халатах перекрили рух автотранспорту по трасі Чугуїв-Милова. Підштовхнули їх до таких радикальних кроків – безвихідь та відчай. Шостий місяць працівники лікарні не отримують заробітну плату. Подписали документ с тем, чтобы нам заплатили зарплату. Документ подписали, людей уволили, но зарплату нам так и не заплатили. Май месяц, июнь, и вот это уже октябрь месяц обещают, и ничего нам не будет. В прокуратуре я подавала документы в прокуратуру. В суде у нас все документы лежат, все подали документы в суд. Демченко, жена, вернула, допустим, мне лично вернула документы за неправильно составленные. Девочкам нашим, допустим, я работаю в медпунктвокзал, девочкам нашим все полностью сказали, да, выплатим мы деньги, все. Они в суде выиграли, получается, но денег до сих пор нет. Ну, понятно, у нас, вы знаете, когда ребенок просит есть, мы ж не расскажем ему вот эти все. Ну, сейчас нададут. Мы ж не знаем, откуда мы должны деньги. За законом України про державний бюджет на 2015 рік усі медичні заклади «Укрзалізниці» мають бути передані до комунальної власності та переведені на фінансування з місцевих бюджетів. 23 січня цього року Кабінет міністрів зобов'язав місцеві адміністрації виділити кошти на оплату праці медперсоналу і на погашення комунальних боргів. Все прописано в законі о государственном бюджеті на 2015 год. І всі механізми розроблені. Я почему так с уверенностью говорю? Потому что мы ведем переписку со всеми органами власти. И за нас работал и народный депутат Виктор Николаевич Остапчук. Мы уже настолько подковались в этих вопросах, что, наверное, каждая санитарка смогла бы теперь управлять медициной Купянского района. Стали уже очень грамотными юридически людьми. И прекрасно знаем, что такое медицинская субвенция на жителя. Знаем, как она распределяется. Нам хотелось бы добиться справедливости. Почему вот сейчас к нам не выходит ни прокурор, ни мэр? Мы хотим задать конкретный вопрос. Где наши деньги? Как вы распределили медицинскую субвенцию? 5 вересня вони вже виходили на акцію протесту, говорять медики. Тоді міська влада Куп'янська обіцяла розібратися та виправити ситуацію. Але заробітну плату працівники лікарні так і не отримали. Це вже вторая наша акція. После первой встретился с нами мэр, обещал решить наш вопрос, обещал выбить дополнительную субвенцию, рассчитаться с долгами. Но ничего этого не произошло, поэтому мы вынуждены, так как многие из нас матери-одиночки, в данной частности, вот я разведена, у меня сын, студент. Я не могу в долг покупать хлеб, понимаете? Я живу в кредит шестой месяц, я не могу оплатить коммунальные. Я не знаю, что еще сказать. Я житель поселка Узловой. Я многодетная мама, я очень переживаю за нашу больницу. Я просто житель. Я очень переживаю, я очень хочу, чтобы у нас была больница. У нас замечательная была больница. Мало этого, мы не можем сами жить и не можем нормально обслуживать и наше население в условиях такого недофинансирования. Страдают ветераны, страдают дети, ну все страдают. А мэр все время лжет, выкручивается, изворачивается. Як жити далі? За що годувати та одягати дітей? Коли вони отримають заробітну плату, яку не бачили вже півроку? Відповіді на ці запитання працівники відділкової лікарні так і не отримали. Акція протесту тривала 4 години. На дорозі утворилися довжелезні затори. Але ніхто з керівництва міста до медиків навіть не вийшов.